Но уже, насколько я понял, они этот запрет вновь ввели. Следующий вопрос. Связан ли нынешний блокирующий антициклон, удерживающий холод, с новым применением материнского оружия? Да нет, не связан. Во-первых, это не блокирующий, он просто, он постоянно движется, понимаете? Блокирующий просто стоит на месте. Разве он не двигался? Он постоянно движется. Поэтому никакой не блокирующий. И забыли, что такая зима еще 15 лет назад была нормой. Я не понимаю, почему кричат о какой-то климатической норме, что минус 15-20 – это, извините, нарушение нормы. Извините, в 41-м году, в 42-м году, не нужно говорить, все хроники видели, да? В ноябре было 25-30 градусов мороза, помните, да? И почему-то никто не кричал, как это нормально. А сейчас 20 градусов мороза, и, там 22, уже аномалия. На 15 градусов выше, ниже, да? Какие же 15? Это что, в Москве должна быть температура зимой минус 5 максимально, да? К тому же февральские морозы всегда считаются февральскими морозами, правильно? Я удивляюсь, как людей опять-таки обманывают. То есть, во-первых, никакого супермороза не было, а была нормальная зима, потому что если был супермороз, как они грозили, то до минус 60, минус 60, минус 80. Были такие морозы где-нибудь? Нет, вот это было тогда аномально.